Глава района Антон Агеев проинспектировал готовность спортивных объектов к проведению областных соревнований. Сельские зимние игры «Снежные узоры» пройдут в Колпашеве в конце этой недели. Открытие состоится 1 марта. В преддверии события на протяжении последних нескольких месяцев команда районной администрации совместно с представителями спортивной общественности вели активную подготовку к играм. Она включила в себя ремонт некоторых спортивных объектов, проведенную подрядчиками и специалистами работу глава муниципалитета оценил лично. Принимать у себя областные соревнования – большая ответственность, подчеркнул Антон Агеев, поэтому власти со всей серьезностью подошли к вопросу. Первым пунктом визита стал Тогурский стадион. На спортивном объекте прошли работы по ремонту хоккейной коробки и установка световых опор. Там идет подготовка очень активная. Посмотрели на качество льда, на освещение, которое там дополнительно смонтировано. Ну и как происходит уборка снега вокруг площадки и подготовка, в принципе, для встречи наших гостей и спортсменов. Следующим объектом, который посетил глава района, стала городская лыжная база. Там пройдут лыжные гонки и один из этапов палеотлона. Руководитель муниципалитета проверил готовность трассы. Все достаточно хорошо укатано. Встретили лыжника, который это подтвердил, что трасса в хорошем действительно состоянии. И я надеюсь, что спортсмены из других районов по достоинству оценят ту подготовку и ту трассу, которая находится в городе Колпашево. Еще одним крупным объектом проверки стал городской стадион. Здесь состоятся игры по зимнему футболу. Территория спортивной школы имени Оксаны Рахматуллиной примет спортсменов и болельщиков команд. Посмотрели непосредственно подготовку поля. Кроме того, здесь будет происходить торжественное открытие игр. Посмотрели все объекты, которые будут задействованы в торжественном открытии. Ну и работа ведется и есть еще над чем поработать. То есть в ближайшие вот 2-3 дня у нас как раз-таки очень, так скажем, жаркие для того, чтобы игры областные в городе Колпашево прошли действительно на достойном уровне. Торжественная церемония открытия областных игр «Снежные узоры» состоится на городском стадионе 1 марта в 15 часов. Уважаемые жители города Колпашево, Колпашевского района, а также гости, милости просим на Колпашскую землю, на торжественное открытие, поболеть за свои команды и достойно провести спортивные выходные. Программа мероприятия опубликована на сайте и в официальных пабликах районной администрации. Там же желающие смогут узнавать о результатах, проведенных в рамках «Снежных узоров» соревнований. Состязания будут проходить на базе городского и Тогурского стадионов, лыжной базе 2, 5 и 7 школ. Соревнования по рыболовному спорту состоятся на территории Саровского сельского поселения на озере Третье Тискинское. Добавим, в «Снежных узорах» в Колпашеве примут участие около 600 человек из 15 районов Томской области и города Кедровый. Зимние сельские игры пройдут с 1 по 3 марта. Соревнования включают в себя 8 видов спорта. Это зимний футбол, хоккей, лыжные гонки, эстафета, настольный теннис, палеотлон, рыболовный спорт и шахматы. Колпашевская сборная будет участвовать во всех видах зимних игр. Добавим, последний раз наш район принимал у себя областные соревнования «Снежные узоры» в 2001 году.